слов, конечно, благодарность. Что я хочу сказать? Я пишу стихи с 15 лет, но по мере того, как творчество стало фокусироваться во что-то внятное, и по всей жизни я всегда надеялся, что и моя поэзия, и шире моя публицистическая, творческая деятельность вся находится в русле нашей отечественной христианской культуры. Ну, надеялся, а вот то, что я сегодня получил своим надеждам такое веское